письменник и историк Миколай Борисенко стал лауреатом другой национальной литературной премии Беларуси. Узнагороджение отбылося под час святкования Дня белорусского письменства, якое сёлета прошло в Рогачове Гомельской области. Могилевский письменник стал переможцем у номинации «Лепший твор публицистики». Профессийная журы высоко оценила твор Миколая Борисенки «Рэха Великой войны» во Усходней Беларуси. Над книгой автор працевал 3 года. У свет яна была выдадена в 2015-м. Творы автора упершиню широко адлюстрована тема «Забытых героев Первой сусветной войны». Центральной у книзе письменника з'являється глава про апошнего русского императора Миколая II и ставку верховного главнокомандующего, якая переутворила Могилеву один из политичных центров Российской империи. Книга выдадена тиражом у 200 экземпляров. Ознайомиться с ее можно у библиотеках Могилева. Установлено 164 имени георгиевских кавалеров, уроженцев Восточной Беларуси. Мы будем развивать эту тему и не дадим забыть те страницы героические, которые создавали наши предки.